просто не удержался на этой штучке. На гребешке все, я хочу по нему проехать. А так-то норм. Блин, такой красивый весь ехал. Думал, сейчас я сюда, туда. Я только туда. Здесь сразу? Я забыл. Вроде здесь. Ага. А что? Блин, раскопали вчера его. Это если не на холостых. Сцепа поджал, чуть-чуть начал впитывать полочку.
подвеска передняя. Все, и как пошло впитывание, пускаешь. Степа. И догазовываешь. Нормас. Дрифте вообще. Уже когда наверху едешь почти, заезжаешь, из-за того, что правее пошел, там скос такой, жопа начинает слизывать, и уже в таком дрифте заезжаешь, прям прикольно, на инерции чисто. Так, АБС норм. Пум-пум-пум-пум. И сразу туда. Дальше можно. Разворотик.
удобно использовать для уже маневрирования на выезде, чтобы поднаправить себя. А все норм. Даже на одну ногу уже встал, по самокате. Вообще надо вот этот затраить, который у меня плохо идет. Да и норму в остальном. Ништяк вообще. Стоять на подножках над баком решает. Раньше бы я там круанул, я уже чувствую, мотик такой там. Что-то стремится куда-то там назад. А я что, я Лёшу как он говорю, слышь, бро, нам наверх дальше. Он такой, окей. Помощи, конечно, помощи. Чумовой. И главное, она набирается молниеносно. Это дает очень много возможностей ошибиться и быстро исправить. Допустим, да или даже просто разогнаться с небольшого расстояния. Очень здорово.
сейчас еще разочек тот, который перед этим был. А то я его раньше не брал, а на газике я его пару раз его заехал. Психологически еще пока это, барьер небольшой из-за того, что раньше не получалось. И потом что-нибудь покушать, пеку, попить. Отвечает за это сразу подрывом таким хорошим. Ладно, разогрелся неплохо, думаю, сойдет. Всем эндуро, пока.